Меня зовут Руслан. Я уже не помню, который раз на экскаваторе ездил. Но я вам серьезно скажу, вот я каждый раз что-то от себя брал. Вот на некоторые моменты я не успевал на этом энкаунтере. Но я когда сюда ехал, я думал, что это все на меня работало, потому что самовнушение. Да, в прошлый раз я себе внушил, что я приеду и не буду пить, не курить. Вот так и в этот раз будет. Я на этот энкаунтер приехал, ну, так, довольно выпивший, я бы сказал, так неплохо. Ну, думаю, если это самовнушение, то оно ничего не будет. В общем, я приехал сюда, и на второй день, когда пришло покаяние, я уже потом не смог просто курить, когда я просто исповедовал грехи, вот рядом с этим братом, который только что передо мной свидетельствовал, вот так вот я сидел за крест, держался, и он сбоку. Нас двоих как так пробило, это надо было просто видеть. И пришла такая любовь к самому Богу за то, что он меня ждал все вот этот промежуток времени, что я все вот эти делал. Я не то, что не принимал Бога, я отвергал, я надсмеивался над ним, я надсмеивался над всеми его помазанниками. Я такие грехи делал, что мне просто было... Никто бы не простил бы. И Бог меня все время это ждал. И он мне просто показал, что как сильно он меня любит. И я никогда такого не имел, что я хочу молиться, я хочу с ним разговаривать. И мне стало просто полностью все равно. Я могу пересечь церковь и закричать все свои грехи. Могу танцевать-то хоть на улице, не знаю. Такая какая-то любовь появилась к нему. Не знаю, это просто не объяснить. Вот этот энкаунтер, я просто заимел любовь к самому Богу. Хочу с ним самим общаться, знаете. Не знаю, как объяснить даже.